Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Зальник», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем вот такую юбку солнцеклёш из прямого полотна. Очень просто вяжется, очень эффектно выглядит. Начинаем вязать. Вязание, как всегда, начинаем с построения схемы. У меня есть размеры куклы, то есть у меня длина изделия 30 сантиметров и объем бедер. Пускай будет 38, потому что он 38. Ну, с какой стороны посмотреть? Объем бедер 38, мои мерки. Есть петельная проба на шестой плотности. 2,5 петли и 4 ряда. Это мне нужно для расчета. Итак, вязать я буду поперек, поэтому у меня будет вязание начинаться со вспомогательной нити. Я должна буду провязать такое длинное полотно и закончить вспомогательной нитью. Верхушку я обработаю подгибом, в нижней части мы с вами посмотрим, как будем обрабатывать. Итак, в чем заключается вязание? Вяжем поперек. Вязать я буду тремя цветами. Значит, первым делом я считаю количество рядов, поскольку узор я буду рассчитывать так, чтобы у меня было круговое вязание, чтобы юбку можно было надеть любой стороной. Она не имеет спинки, она не имеет переда. Она абсолютно круговая, без сбоя рисунка. Значит, если объем бедер 38, значит, вот здесь вот у меня 30, вот здесь 38. Вот так вот идут мерки. 30 это петли, значит 30 умножить на 2,5. 75 петель. 75 петель. Но учитывая, что у меня будет еще и подгиб, наверное, сантиметра 3, поэтому такой широкий я сделаю. Ну, давайте под 2 сантиметра подгиб. Значит, получается не 30, а 28. Минус 2. Вот эти вот. Восемь умножить на 2,5 равно 70. 70 петель. Это ширина. Я набираю 70 петель на вспомогательную ниточку и вяжу длину. 38 рядов. 38 рядов умножаю на 4. 4 ряда в одном сантиметре. 152. 150 рядов. И уже исходя из этих 150 рядов я буду делать раскладку узора. Очень удобно. 150 делится много на что. 150, если я буду делать 5 клиньев. Посмотрим. 150, если делать, то через 30 рядов я буду делать клин. Очень удобно, учитывая, единственное, что клинья будут огромные, очень много, но 3 клина мало, 7 уже много, поэтому делаем 5 клиньев. Значит, через каждые 30 рядов я делаю клин. Значит, 150 делим на 5 равно 30. Значит, 30. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре. И пятый клин у меня будет как раз. Но это неудобно, поэтому клинья я не буду делать по самому краю. Это неудобно, вот сразу вам говорю. Потому что здесь у меня будет шов. И гораздо проще шить целиком, чем выискивать этот клин, надевать его. Проще сделать так, что здесь, например, у меня будет 15, вот здесь 15. Между ними я зашью как раз. И получается еще один клин у меня добавится. Так, 15 это 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь 15, а вот здесь 30. Понятно? То есть я 30 разделила пополам и разнесла в разные стороны. Только для того, чтобы мне было удобнее сшивать. Можно оставить и вот так вот. То есть сшить часть разнести на наш клин, но опять говорю, что придется выискивать, где этот клин, либо ставить метки.
Ну, все можно сделать, можно так и оставить. Мне проще сшивать полное полотно и не думать об этом. Поэтому 15, 15, 30, 30, 30, 30. Так, 15, 30, 30, 30, 30. 15. Раз, два, три, четыре, пять и 15 сюда. Все, 5 клиньев. Вот разнесли. 15, 30, 30, 30, 30. Это ряды. Теперь в каждом вот этом клинушке, который у меня будет отдельно по 30 рядов, нужно разнести узор. Тоже делится на что угодно. Можно делать по 10 рядочков. 10 рядов одним цветом, 10 другим, 10 третьим. Но, смотрите, если я сделаю, например, 10 рядов здесь, вот здесь у меня пойдет клин сшиваться, значит, следующий ряд у меня пойдет вот так вот, то есть клин у меня внутрь пойдет, поэтому, но вязать я буду пока прямым полотном. Получается, что вот сюда идет клин, следующий ряд у меня будет другого цвета. Это нехорошо. Давайте сделаем вот так, чтобы у нас клин заходил, например, внутрь какого-то цвета. Вот у меня идет какой-то цвет, и он вот так вот пополам делился на клин. Вот это, наверное, будет интересно. Вот цвет вот так вот делится, и внутри него идет клин. Это, мне кажется, интересней такой вариант. Вот, например, темно-синий, а клин белый. Либо наоборот, потому что я буду вязать трехцветную нитку. Нитки, вот клин возьму белый с полосочками, а вот тот, та часть, внутри которого будет вязаться клин, темно-синий. Значит, получается, что темно-синий мы вяжем 10 рядов, 5 и 5, 5 провязали, 5 провязали. Как мы будем ввязывать клин, я вам сейчас покажу. Сейчас распределим цвета в 30 рядах, в каждом клине. Вот у меня, если я уже решила, что темно-синий у меня будет заведовать клином, и это 10 рядов, 10 рядов темно-синий. Он здесь будет делиться, и внутри него начнется клин. 10. Значит, у меня еще 10, и 10 рядов есть в клине. Всего 30, как мы с вами посчитали. По логике пойдет голубой, голубой, вот синий, голубой, белый. И для того, чтобы разделить клинья, тоже между ними должно какое-то разделение. То есть белый я включу в голубой, здесь будут фанги. И обязательно должен быть темно-синий провязан пару рядочков. То есть один ряд темно-синий. Они будут разделять. Один и один это два. То есть два ряда темно-синим у меня будет между разделять клинья. Сейчас мы нарисуем схему. Сейчас все будет еще понятней. Итого, 10 рядов у меня уходит на темно-синий. 1 и 1, 2 ряда у меня уходит на темно-синий еще. Здесь остается 9 и здесь 9. 9, 2, 9 минус 4 получается 5. Но 5 вполне сойдет, пускай будет 5. Получается 2 ряда голубой, 2 ряда голубой. И 5 рядов фанг. Вполне возможно. Можно сделать 3 ряда или 4 ряда темно-синим, и тогда фанг будет на 1 ряд больше или меньше. Как вам удобно. Итого, берем листик и расписываем наши 30 рядов. С 1 по 30. К сожалению, я сейчас нахожусь на даче, у меня сломан принтер, поэтому полностью ручная работа, хендмейд абсолютный. Итак, что мы с вами вот здесь вот изобразили, вот в этом кошмарном, кошмарной схемке. 10 центральных рядов у меня пойдут на темно-синий. 10 центральных это с 20 по... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это темно-синий, причем вот здесь вот разделение на клин. Там будем вставлять клин. Теперь поделили.
что у нас идет дальше? Голубым два ряда. Давайте. Девятый, десятый голубой. 21, 22 голубой. Дальше 5 рядов фанк. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Фанк. Фанк. Дальше 2 ряда голубой. Голубой. И один ряд темно-синий. Два ряда голубой, темно-синий. Итого мы получаем несколько ярусов вязания. То есть мы просто будем с вами менять цвет. Темно-синий один ряд, два ряда голубым, пять рядов фанк, два ряда голубым, 10 рядов темно-синим, 2 ряда голубым, 5 рядов фанга, 2 ряда голубым, 1 ряд темно-синий. Итого 1, 2, 5, 2, 10 делить на 2, потому что мне придется вот здесь вот дележку поставить. 2, 5, 2, 1. Все, мы распределили. Каждый раз, когда мы будем провязывать такой вот клин наш, мы будем смотреть просто на то, что мы делаем в каждом ряду. В первом ряду провязали темно-синим, оставили ниточку, вяжем второй ряд голубой и так далее, и так далее. Естественно, у нас будут с вами протяжки. Старайтесь вязать так, чтобы протяжки у нас оставались со стороны подгиба, потому что внизу, конечно, их можно будет завязать, если у нас остается нить внизу, вот где у нас нижняя края юбки, мы будем делать обвязку, поэтому варианты убирать протяжки есть, но протяжки там не нужны. Если со стороны подгиба, то у нас юбка идет вот здесь вот подгиб наверху, куда мы ставим резиночку, в него все хвосты уйдут прекрасно, то в нижней части есть такой из вариантов, что у нас вообще не будет никакой обработки, если полотно наше будет позволять это делать, потому что клинья будут достаточно широкие, и любая отделка, она будет немножко утяжелять вязание. Поэтому, как вариант, мы вообще ничего не будем делать в нижней части. Поэтому, смотрите, если здесь у нас остаются какие-то нитки, нам придется их все равно отрезать и начинать заново. Поэтому любые хвосты, которые у вас остаются вот так вот, с нижней части, оставляйте побольше и начинайте нитку заново, потому что хвосты мы будем прятать. Прятать их можно, их будет незаметно, но самое главное, чтобы они не создавали никаких протяжек. В нижней части протяжки не допускаются. Так. Естественно, там и на клинушке будет нитка оставаться. И с цветами может быть какие-то вот такие накладки. Самое главное, оставляйте нитки подлиннее и, собственно, все. Так, ну а здесь схема. Так, еще раз. 70 рядов. 75 петель, простите. И 5 клиньев. Первый клин, если мы вяжем сначала до самого конца, вот как есть, то последний, пятый клин мы темно-синим не вяжем. Темно-синим мы сошьем горизонтальным трикотажным швом, и получится, что этот шов будет имитировать провязанный ряд. Поэтому последний, пятый ряд мы провязываем 29 рядов, пятый клин. То есть первый, второй, третий, четвертый клинья, они идут вот четко по этой схеме вязания. Пятый клин, 29 рядов. Последний темно-синий не вяжем. Темно-синий мы сошьем. Но сшивать мы будем в последнюю очередь, после того, как юбка будет уже связана вместе с клинышками. Иначе будет неудобно вязать. Итак, машинка. 70 петель со вспомогательной нити. Обязательно нам нужны открытые петли, вспомогательную нить и хорошую катушечную, чтобы она нам создавала открытые петельки хорошие. Берем машинку и идем вязать. Итак, у меня 70 петель набрано на машинке. Такой нюанс. У нас будут достаточно большие клинья. Поэтому я сделала достаточно большой клин. Вот у меня он будет 40 петель занимать, 30 прямое полотно, 40 петель я отдаю на клин.
Можно пополам, можно делить на треть. Посмотрите, что получается. Понравится вам такое сильное расклешение, либо вы хотите делать буквально крошечные гады по краю. Это ваш выбор, ваши нюансы. В любом случае, стоит провязать небольшой пробник, вот буквально пару клиньев, посмотреть, какой из вариантов вам больше нравится. Потому что такие клинья могут идти, ну, буквально чуть ли не от пояса, будет гигантское расклешение. Могут идти буквально на последних 10 иголочках. Будут крошечные такие вот вставочки. Очень изящно смотреться будет, если, например, делать другим цветом. И технологию, которую вам покажу, очень интересна. Поэтому немножко в другом варианте, если использовать все иглы клина, будет смотреться как такой выступающий уголок. Ну, вариантов масса. Как всегда, вы выбираете тот, который вам нравится. Самое главное, обязательно провяжите пробничек и посмотрите, насколько такой размер клина вас устроит. А сейчас вот у меня вспомогательная нитка. Беру катушечную нитку контрастного цвета, которая не рвется, для того, чтобы она мне сделала хорошие открытые петли. Провязываю один ряд. Нитка у меня контрастная и, ну, можно белую было взять, можно красную, вот буду вязать красную. Контрастная к основному цвету. Первым цветом у меня пойдет темно-синий, поэтому к нему я и беру контрастную нитку. Завязываю узелки вспомогательный и катушечный, потому что иначе катушечная нитка сейчас же захочет распуститься и испортит мне первые петли вязания. Они будут растянуты, и исправить это уже невозможно. Это придется переделать. Завязали. То есть я зафиксировала катушечную нитку, не даю ей возможности распускаться. Так, и смотрите, темно-синий один ряд. Но учитывая, что будет провязан один ряд, в принципе, смотрите, можно сделать еще проще. Начать с голубой, а темно-синюю не провязывать. Либо провязать темно-синий, оставить длинный хвост, который мы с вами и зашьем. Либо закончить, когда я сделаю последний пятый клин, провязать 30 рядов темно-синий и тогда зашить уже с этой частью, с голубой. Как угодно. В принципе, можно и не начинать сейчас вязать темно-синий, как хотите. Самое главное, мне эту темно-синюю уже влепить куда-то для того, чтобы меньше хвостов было. Поэтому либо я сейчас начинаю вязать темно-синий, ставлю хвост подлиннее, либо не пятый клин делаю 29 рядов, а первый. Первый 29 рядов, начиная с голубой, а потом темно-синий провязываю один ряд и второй сшиваю. Тоже вариант. Наверное, так и стоит делать. Смотрите, как вам нравится. Начинаю с пятого клина, сейчас перехотела именно в процессе вязания, потому что и правда неудобно, что вот этот хвост будет у меня болтаться и мешать. Начинаю вязать с голубой сразу. Два ряда голубой. Так. Раз. Два. Закрепляю нитку. Здесь у меня пояс, там нижняя часть вязания. Теперь у меня 5 рядов фанга. Как угодно можно вязать белым, можно синим, можно делать любые фанги, любые ажуры, вот что хотите. Самое главное украсить, чтобы было симпатично. Фанги буду вязать линейкой, при помощи линейки 1 к 3. Причем, смотрите, у меня, поскольку талия уже, чем бедра, могу вот еще прибегнуть к такой хитрости. При помощи фангов я сокращаю верхнюю часть моего изделия. То есть я делаю зауженную верхушку. Можно даже вот так вот две петли выставить в переднее положение, потому что тогда у меня будет сужение кверху и будет проще вывязывать верхушку. Все. Вот я вывязываю. Можно даже, видите, у меня выходит на последнюю петлю, тоже сделаю сборку по последней петельке. Все можно, то есть любые вариации допустимы. Фанги, это идет на ваше усмотрение. Я делаю, как сказала, фанг 1 к 3. И, выставив иглы в переднее положение, которые мне вязать не будут, я провязываю 5 рядов белым. И
иглы крайние, которые стоят в переднем положении, желательно обвивать как при частичном вязании. То есть не сверху накладывать, а под ними проводить нить. Тогда у вас не будет вот здесь мешка. Три. То есть вот здесь у меня последняя иголочка. Вот. После прохождения каретки на нее легла нить. Я достаю эту нить, обвиваю снизу эту иголку и прокладываю. У вас если у вас при вязании на машине с нитеводом, само собой нить ложится сверху, просто рукой подправьте ее так, чтобы она легла на иголку. И само собой не забудьте поставить рычаги, включите рычаги частичного вязания, отбор нить, игл, рычаги отбора нить, игл включены. То есть иглы, стоящие в переднем положении, в работу не идут. 4. Ну и 5. Само собой. И смотрите такой момент. 5 рядов фанга, но фанг делает сборку. Поэтому я смело провязываю 6 рядов. Потому что я на фанг расчет не делала. В принципе, делать надо, но учитывая, что он такой вот маленький и встречается у нас не так часто в нашем вязании, фанг за счет того, что у нас иглы стоят в переднем положении, связывает, стягивает вязание. Оно становится немножко уже, чем кулирка. Поэтому беру и провязываю 6-й ряд. Для того, чтобы у меня не было стяжки хвоста внизу. Опять же, это вы делаете только в том случае, если у вас машина может провязать такое количество накидов. Если нет, вяжите любой узор, который позволяет ваша машина. Итак, провязали. Здесь делаю поправочку. Фанг. Шесть рядов. Фанг белым. Один к трем. Белый фанг, 1 к 3 линейка. И то же самое здесь. Фанг вяжу 6 рядов. Счетчик я не ставлю, потому что такое количество не буду считать. Тем более счетчик не слишком хорошо работает на этой машинке. Вполне можно и руками. Так, 2 ряда голубым, который как раз вот тут вот и находится у меня с этой стороны. Вот он. Голубым, 2 ряда. Самое главное смотреть за иголками, чтобы они были все открытыми. Так, 2 ряда голубым провязал. Теперь беру темно-синий, провязываю 5 рядов, потому что в середине вот этого огромного клина я буду делать разделение. Так, белый можно убрать. Синий можно тоже отрезать, потому что он в следующий раз пойдет не скоро. Через 10 рядов. Провязываю 5 рядов. У меня останется нить с той стороны, мне придется ее отрезать. Либо надо пересматривать количество провязываемых рядов. Ну, как я уже сказала, что нитки мы все спрячем, уберем. Либо пересматриваем количество рядов. Да, у нас получается не 5, а какое-то другое, но при этом мы меняем узор, меняем количество рядов. Если вы будете вязать не на куклу, а на ребенка, на себя, у вас, конечно, количество рядов будет гораздо-гораздо больше, и вы уже сможете варьировать вот эти вот рядочки. У меня, поскольку кукла малюсенькая, мне вот эти 5 клиньев с трудом размещаю на таком маленьком тельце, поэтому мне приходится вот так вот, что называется, ютиться с этими рядами. У вас при достаточно большом вязании будет все гораздо-гораздо проще. 3, 4, 5. Теперь я отрезаю эту нить, потому что здесь у меня пойдет клин. Как я буду вывязывать этот клин, мы будем смотреть попозже, когда свяжем все полотно, но сейчас мне нужно разделить мое вязание. В самом начале, помните, я вам говорила в начале вязания, что я поделила на 30 и на 40? Поэтому вот те петли, которые у меня стоят выше нулика, 30, которые идут к талии, я ставлю в переднее положение. А иглы, которые у меня
остаются для вывязывания клина, вот этих 40 игл, я снимаю на вспомогательную нить. Причем снимаю при помощи той же самой катушки контрастной, потому что мне будут нужны хорошие открытые петли. Катушка. Бросовая нитка. Много не буду провязывать, несколько рядочков. И смотрите, клини мы будем вывязывать скоро, не скоро, как пойдет. Потому что если вы планируете закончить сразу, это одно. Если вы планируете отпарить, эта юбка полежит какое-то время, то есть не сразу, то желательно эти петли закрыть. Вспомогательную нить закрыть, иначе такое небольшое количество рядов, да и при вязании, если вы пользуетесь грузиками, все это может потянуться и сбежать, у нас распустится, и в общем все будет совсем нехорошо. Поэтому если вы не пользуетесь вот этими петлями открытыми прямо вот сию минуту, ну потратьте минуточку, закройте вязание. Когда мы будем эти петли надевать на машину и под обработку пускать, там вспомогательная нить нам не сильно будет мешать, потому что там есть катушка разделительная. Потом мы просто вытащим катушечную нить, и вот эта вот нитка вспомогательно закрытая отвалится сама собой. Но наша задача сделать так, чтобы она нам не мешала. Так, снимайте на вспомогательную нить до конца. Да, закрывайте. Закрыли. Вот. То, что у нас получилось, открываем эти же петли заново. Теоретически, вот когда такие вещи я делала, можно было бы снять их на катушку, то есть сделать просто провязать один ряд катушкой и сверху двумя вспомогательными ниточками. С одной стороны это хорошо, но с другой мне придется разворачивать наше вязание на надевать вот так вот эти клини на иглы машины, поэтому в другом варианте мне будет просто тяжело это сделать, поэтому ну придется потратить какое-то время, но зато каков эффект. Несколько рядов, один ряд катушки и продолжаем вязание юбки. Развели вспомогательную нитку в разные стороны, один ряд контрастный катушечный, завязали, чтобы у меня ничего не портилось. И продолжаем 5 рядов синий. То есть я могу начать с этого же края. 1, 2, 3, 4, 5. Остановлюсь там. Неважно, с какого края начну, все равно у меня будет хвост с этой стороны. Потому что количество нечетное. Либо сейчас хвост будет, либо когда я провяжу... Так, это светло-синее. Либо когда я провяжу вторую часть. Так, 5 рядов. Два. Обязательно завязать ниточку. Три. Четыре. Пять. Так, синим закончили. Можно оставить на большую протяжку. Отрывать не буду. Пока. Так, синим закончили. Вот эту часть. Теперь 2 ряда голубым. 6 рядов фанк, 2 ряда голубым и 2 ряда синим. Все то же самое. Так, берем голубой 2 ряда. Раз, два, завязали хвостик. После этого
фанк. Делаем то же самое, как делали, 2 петельки. И поехали вот все один в один. 5 рядов белый. Это вторая часть клина. Вяжем вот таким вот образом 5 клиньев. Раз, два, три, четыре, пять. Я же про 6 рядов провязывала, да. 6 отрезаем, чтобы не было хвостика. Завяжу белую нитку. На фангах можно позволить себе такую вольность. На кулирке каждый лишний ряд сам по себе он немного берет, но при 5 клиньях у меня получается лишние 5 рядов, если я буду дополнительные ряды провязывать. Это больше, это 2 сантиметра почти, или сантиметр, у кого какая петельная проба. Так, провязали фанги. Еще раз говорю, у кого машина такое количество накидов не берет, вяжите по 2 и 2 ряда фангов переносите на соседнюю иголочку. То есть 2 ряда провязали, переехали на соседнюю. 2 ряда провязали, переехали на соседнюю. У вас тоже будет очень интересный рисунок. Так, после фанга 2 ряда голубой. Так, ну и здесь у меня хвост синий, недалеко уехали мы, поэтому я провязываю 2 ряда синим. То есть, один ряд я провязываю темно-синий, заканчиваю этот клин, и первый ряд следующего клина темно-синий провязано. То есть, я провязала темно-синий ряд 30 и темно-синий ряд 1. 2 ряда голубым, тут же этой же ниточкой. Раз, два. И фанг. То есть все вот по этому плану. Вот так вот оно и пойдет. Вот такие. Между вот этими разрезами мы с вами вставим большие-большие клини. Делаем расклешение вот такое. То есть вот у меня один клин. Вы сейчас вывязываете еще необходимое вам количество. Вот такой осьминожек у нас получился в итоге. Вот. Каждый клинышек мы заполним квадратиком. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот наши 5 потенциальных квадратиков. С юбкой все прекрасно. Больше мне пока эта часть не нужна. Сейчас мы с вами сделаем пробник квадратика. Для того, чтобы четко высчитать его длину и ширину. Квадратик будем делать на небольшом фрагменте. 10 на 10. Так, 10 на 10. Это самый простой квадратик. Быстро делается. И по нему легко сделать расчет. Набираю. Вязать буду голубой, потому что у меня этот акрил детский. Он одинаков на всех матках. Одинаковой ширины, поэтому проблем никаких. Квадрат у меня 10 на 10. Я это помню. И начинаю вязать. 2 ряда провязываю на 20 иголках. Раз, два. Так. И теперь квадрат я буду делать уголком. Для этого я беру самый большой декер, который у меня есть в хозяйстве. И на 2 центральные иголки переношу с краев все петли. То есть беру петли, переношу на одну часть и сдвигаю все остальные. Вот, поскольку клин на юбке будет достаточно большой, я буду несколько раз это делать. Но мы сейчас с вами дойдем до него и посмотрим. Для начала надо его посчитать. Так. Раз, два. Убавка. Это убавка внутри полотна, по большому счету, получается. Патчворковский квадратик.
Поэтому не надо думать, что патчворк это только носочки. Патчворк на самом деле можно применять вот как линия юбки. Очень здорово будет смотреться. Разнообразьте ваши изделия. Вы всегда будете самый-самый красивый и интересный. Так. Я в смысле одежды сейчас говорю. Еще делали убавочку. Как ни странно, при таких убавках у нас получается четкий квадратик. Квадратик будет небольшой, но для расчета он вполне нам пригодится. И так далее до двух последних иголочек. То есть мы делаем вот такую вот стяжку, каждый раз перенося петли на одну иглу в середину полотна. Это лишнее. Вот, мы убрали 3 петли и так далее. Повторяем эту операцию столько раз, сколько у нас иголок. Для того, чтобы... До тех пор, пока не останутся 2 центральные. 2 ряда провязали, собрали. 2 ряда провязали, собрали. Видите, у нас уже идет вот такая вот стяжка. Уже уголок пошел. Сейчас довязываете и будем смотреть, что получается. Измеряем размеры клина. Вот наш пробный квадратик. Видите, 10 на 10 петелек получается вот такой квадратик. Вот он как бы квадратик, но в реальности он вот такой у нас ромбик. Это верхняя часть, наборный ряд, который был. Это то, что у нас пойдет вниз. То есть наборный ряд, который я делала, пойдет на вот эти вот петли, которые у нас уже есть. Мы их надеваем на машинку и вяжем вниз вот такой вот, так, на расширение и на сужение. Моя задача связать квадратик таким, чтобы он начинался в точке начала клина и заканчивался вот здесь, чтобы острие четко шло по краю изделия. Это мой вариант. Вы можете, кстати, вывязывать полностью вот так вот в сторону, и у вас будет вот сюда совершенно вот длина изделия, очаровательные вот такой углы будут торчать внизу. Вот так, такими углами пойдет юбка. Но можно делать тогда не такие длинные клинья, а вот так вот покороче и вывязывать углы. Ну, это как вариант. Мы сейчас занимаемся именно моим вариантом. Итак, 10 на 10 у нас вот такой вот крошечный квадратик. Меня интересует диагональ, потому что вот так вот он будет сидеть у меня в клине. И диагональ, вот эта точка, должна четко соответствовать длине юбки. Так, у меня 20 петель. Как помните, у нас 20 петель. Это... Так, давайте возьмем пожирнее. Мастер. 20 петель. Это... И измеряем, сколько же это в сантиметрах. Вот. От начала до верхушки. Это у меня 6 сантиметров. Это 6 сантиметров. Все. Это... Пробник больше не нужен. Берем изделие. Сколько мне нужно сантиметров? Квадратик мой. Беру вот эту вот часть и измеряю от начала ряда до так, длины клина. Ну, где-то 16. Получается 16 сантиметров. У меня 16 сантиметров, это X петель. Простейшие мои обожаемые пропорции, которые вот с помощью катрок очень легко все высчитать, потому что рассчитывать такие образцы сложно, пропорциями это делается очень просто. Х равен по диагонали перемножаем, умножить на 16 и делим на 6 равно. Берем калькулятор. Так, 20 умножить на 16 и делим на 6. 20 умножить на 16 делим на 6. Делить 6 равно 53,3. Округляем 50 петель. Итого 25 на 25. Квадратики будут вот такие. То есть мне нужно надеть на игломашину 25 петель с одной стороны, 25 петель с другой стороны, вот так вот, на игломашины. И стянуть их до вот такого острого уголка. Можно, кстати, как вы понимаете, заканчивать не острым уголком, а тупым.
Тогда квадрат можно вязать и побольше, он тупым углом закончится. У вас будет вот здесь вот не острый уголочек, а вот как бы тело квадратика, которое тоже можно будет подвергнуть обработке, обвязке, кружево, еще каким-то вещам, потому что обвязывать уголок сложно, а обвязывать такие вот петли, которые хорошо вот так вот очерчены, гораздо проще. Но с другой стороны, мы можем связать уголок. И если нам не понравится, мы всегда можем его немножко распустить и вот эти вот петли, которые получатся, подвергнуть дальнейшей обработке, которую там нам захочется. Итак, посчитали, что мой квадрат 25 на 25. Беру машинку, надеваю первый клин изнанкой к себе, все как обычно, то есть это обычное лицевое вязание пойдет, изнанкой к себе. 25 петель с одной стороны, 25 с другой, вот так вот по прямой надеваю и вывязываю вот такой квадратик. Я его буду вязать полосатым, вы можете вязать его как угодно, это только ваша фантазия. Но учтите, что в случае полосок у вас останутся с одной стороны протяжки. Их надо либо прятать, либо рвать нитку и завязывать узелок, либо в дальнейшем как-то обрабатывать, потому что смена нити всегда представляет собой либо протяжку, либо узел. Ну, тут, к сожалению, уже никак. Мы будем лучше прятать эти ниточки, поэтому вяжем полосками. Вот я провязала один клин, как раз получается количество сантиметров, то, что нам нужно. По ширине тоже, потому что, видите, то, что у нас здесь большое расстояние, оно все уходит в бок, оно не равно вот этому расстоянию. Мы не собираемся вот так вот складывать наше вязание. Если мы будем складывать вот таким образом, то, конечно, нужно делать гораздо меньшее количество петель на этот квадратик. Поскольку наша задача сделать гигантский клин, вот такое расклешение почти солнца, то соответственно, мы ничего с этим не делаем, оставляем. То есть вот это расстояние у нас равно вот этому. То есть вот так вот все это по кругу ровненько и идет. Это вариант моего вязания. Вы можете делать наоборот. Делать вот здесь вот одинаковое количество сантиметров, тогда квадрат, соответственно, будет меньше. Либо квадрат делать вообще на всю ширину, и угол пойдет ниже юбки. Тоже прекрасный вариант, смотря что вы вяжете из какой пряжи. Это детский акрил, совершенно дубовая вещь. Если вязать из нежного-нежного чего-то, будут вот такие вот совершенно изящные клинья будут не спадать и очень такими приятными, как лоскутами, лежать. Все отлично получилось. Вот эти вспомогательные нитки мы оставляем. Видите, частью мы воспользовались, часть у нас остается держать открытые петли. Потом берем сейчас следующий клин, навешиваем на машинку и вяжем квадратик из 25 петель с каждой стороны. Давайте берем и навешиваем. Так, изделие, следующий клин, в принципе, неважно какой, они все будут абсолютно одинаковые. Изнанкой к себе, нулевая платина. Аккуратненько вот здесь вот подтяните вспомогательную нитку, чтобы у вас открылась первая петля. Вот откуда идет наша нитка, вот та первая петля и есть. Ее и надеваем. Вот первая петля, надеваем ее на первую иглу. Вспомогательная нитка уходит внутрь под вязание и пусть уходит. Потому что если мы будем загибать ее на себя, будет неудобно. А так вязание она мешать не будет. 25 петель с этой стороны, 25 с другой, относительно нулевой платинки. Или нулевой иголочки, как угодно, у какой машины какие метки. Катушечная яркая контрастная нитка дает возможность прекрасно разделить основное и вспомогательное вязание. Проблем никаких. С одной стороны надеваю до конца, вторую часть точно так же надеваю до конца. Даже думать не надо, у меня выдвинутые иглы необходимого количества. Так, беру вторую часть, аккуратно подтягиваю петлю. Первая же петля, которую вытянулась, вот эта катушечная нитка, и есть та, которую я надеваю на первую иголку.
заправляю вспомогательную назад и аккуратно надеваю все петли на иголки. Провязываю два ряда. Цвета могут быть любые. Можно полосатый твидль, я полосатый клин сделала, можно однотонный. За счет такого вот необычного рельефа он очень красиво получается. Самое главное не делать очень темным, потому что на темном не видно вот этого вязания кривого. Тогда будут просто непонятные квадратики. А светлое вязание, оно очень хорошо выделяет этот квадрат. Он прекрасно виден и очень так хорошо украшает наше изделие, потому что он непонятный. Надели. Так, заправили. Загнулось вязание сюда. Работаю и начинаем вязать. Поскольку я один клин уже связала, остальные абсолютно симметричные. Либо, если у вас четное количество клинов, вы можете чередовать полоски. Я начинала с белого, вы можете делать, если четное количество клиньев, наоборот, с темного, темное, светлого и мало, темного много, светлого мало. Тоже очень интересный эффект. Итак, два ряда, четыре ряда у меня белым, но каждые два ряда я делаю стяжку полотна в середину. Прямо по вспомогательной нитке. Никуда ее не убираю. Я ее уберу в последний момент, когда буду делать обработку краев. Так, ну вот и поехали. Вот центральная. И я вот так же, как показывала вам расчетный квадратик, точно так же долго и старательно убираю все петли по очереди. Каждые два ряда. То есть как только у меня каретка с левой стороны, я делаю вот эту стяжку на одну иглу. К сожалению, по-другому не сделать. Вот у вас не получится тогда кривого вязания, косого. Будет прямой. Если вы будете убирать по краям, у вас будет точно так же, но прямое, обычное прямое полотно. Вот такой способ дает кривое вязание. Можно, конечно, убирать и по краям. Тоже будет интересно, но для этого должна быть очень такая воздушная ниточка, чтобы компенсировало отсутствие вот этого узора, рельефа. Ну, все надо пробовать. Итак, делаю стяжку раз, провязываю два ряда, делаю стяжку два, провязываю два ряда и так далее до самого конца. И таким вот образом увязываю все клинья. Ну, видите, удобнее, когда вот эти четкие полосы у нас есть, а не пришлось бы этот клин искать, если бы мы начали вязание с клина. Вот. То, с чего мы начинали с самого начала, расчет. С начала клина. Вот за счет того, что мы делали расхождение на квадратик посередине клина, нам не приходится сейчас ничего искать и выискивать вот эти центральные петельки, на которые надевать, отсчитывать ничего. Три, четыре. И так далее. Еще раз делаю стяжку и провязываю голубым два ряда. Это квадратик для вязания патчворка с косым направлением. Вот таким вот образом вывязываем все клинья. Связали клинья. Вот получается вот такая вот, ну как бы распорка. Вот такой квадрат между горизонталями, между рядами. Очень необычная и интересная техника. Учитывая, что сейчас мы когда снимем вспомогательные нитки, вы увидите, что вязание четко продолжается вот сюда, в эти клинья. Как это сделано, вообще непонятно. Оно четко является продолжением. Очень интересная техника. Так, сейчас я делаю пояс, чтобы вообще к нему больше не возвращаться. У меня объем талии 28.
считаем, помним нашу петельную пробу, 2,5 петли у нас в 1 сантиметре, так, 28 умножаем на 2,5 равно 70. 70 игл выставляем. Так, 35 и 35. Буду вязать пояс от изделия, не наоборот. Используем такой облегченный метод. Беру мое изделие и верхнюю часть, вот эту вот всю с этими со всеми лохмотьями, конечно, их желательно бы завязать, чтобы ничего не болталось, и за полный петельный столбик, вот он, за петельный столбик. И теперь наше изделие за пояс, вот эту верхнюю часть, за полный петельный столбик, так чтобы было ровненько, изнанкой к себе навешиваем наше вязание равномерно, вот так вот. Можно навесить потом, чтобы нам не мешали вот эти лохматые нитки, их убрать. Так, навешиваю за петельный столбик. Вспомогательную нитку не используйте в этом деле. Буквально пару петельчик с одной стороны, пару петельчик с другой стороны. Вязание натянулось. Так, и все нитки сюда, чтобы они не мешали. Ищу середину. Середина у меня четкая, вот она. И эту середину надеваю на средние иглы. Раз, два. Вот так. Мы зафиксировали. И теперь вот эти вот провисы, которые у меня есть, тоже равномерно надеваю на иголки. Здесь прихватили, здесь. И вот так за весь петельный столбик аккуратненько надеваете полностью все наше изделие. Вязать будем не отдельно, а сразу от юбки. Так, надеваете и после этого завязываете узлы. Узлы можно не прятать, потому что мы их всех уберем внутрь планочки, внутрь подгиба. Так, ну вот видите, быстро надевается все достаточно. Надеваете полностью все изделие. И завязываете узелочки, если они у вас не завязаны. Надели и провязываем подгиб. Учтите, что первый ряд может идти очень тяжело, просто потому что здесь такое вот вязание через петельный столбик. Если тяжело идет, лучше не рвать машинку, не портить иглы руками. Провяжите первый ряд руками. Причем вяжите, я буду вязать машинкой, но я буду вязать на максимальной плотности. Вот основное вязание на шестерке. Вязать первый ряд я буду на девятой, потому что мне нужны будут хорошие петельки вот здесь вот. У меня машинка воспитанная, она все вяжет. Все, провязали сразу плотность на место, сразу шестерку, и вяжу подгиб как хотите. Хотите полосатый, хотите прямой, хотите какой угодно. Мы хотели сделать его 2 сантиметра, у нас 4 ряда по 1 сантиметре, значит, с одной стороны у нас подгиб составляет 8, ну 10 рядов, хорошо, 10 рядов с одной стороны, значит, я провязываю 20 рядов и буду собирать подгиб. Не забудьте поменять плотность и провязываем 20 рядов. Провязали. И теперь, смотрите, беру мое вязание, вот так вот наклоняете. Видите, здесь четкие белые петли. Это те петли, которые мы сейчас с вами надеваем на машинку. Удобно это делать декером. Главное, не затягивайте, четко петля. Здесь вторая, первая, мне тяжело цеплять, игла, петля, игла. Внутрь заправим все наши протяжки, все хвостики, все ниточки, все уберем. За счет того, что мы делали свободный ряд
на очень рыхлой плотности, надевать эти петли легко. Если плотность не меняли, этот ряд был бы сильно стянут и было бы очень тяжело надевать его на иголки. А так, ну, петли, можно сказать, сами прыгают на иглы. Наклоняете вязание, и оно надевается. Так. Вот так соединяете весь ряд. И теперь можно провязать ряд, можно ничего не делать, и просто закрыть петли. Единственный момент, закрывать надо свободно, причем не просто свободно, а так, чтобы все петли одного размера. Это один из многих вариантов соединения. Мы делаем закрытие, закрываю косичкой, причем закрываю свободно. Если провязывать дополнительные ряды какие-то, еще что-то, это будет утяжеление. В данном случае мы очень просто и свободно с вами соединяем нашу планку. Поэтому закрываем и смотрим, что получается. Почему нельзя тянуть? Это юбка. Надевать ее можно и сверху, и снизу. Поскольку бедра все-таки больше стали, то надо, чтобы это место растягивалось. Я имею в виду пояс. Поэтому если у вас косичка все стянет, а косичка, она не эластична, она очень хорошо стягивает вязание. Поэтому надеть такую юбку через ноги будет уже проблематично. Поэтому ни в коем случае не затягивайте косичку, сборку. Вот что у нас получается. Вот наш пояс полосатенький. Вот закрытие петель. За счет того, что оно было достаточно эластичным, пояс имеет возможность тянуться. Иначе мы бы его зафиксировали своей жесткой косичкой, и он бы не тянулся. Теперь он тянется. Все нормально. Ну, выглядит достаточно симпатично. По крайней мере, изнутри такая вот как дополнительная отделка идет. Вполне себе очень даже нормально выглядит. Теперь наша задача сшить боковой шов. Берем вот эту длинную нитку, которую мы оставили в конце. У меня она синяя. Вдеваю в иголку при помощи любой из ниточек, которых у меня тут в изобилии катушечных, катушку. Делаю из катушечной нити петельку. Вот. Вставляю эту петельку в ушко иголки. В эту же петлю продеваю толстую нитку и вытягиваю катушку. У меня нитка вделась в иголку. Причем иголку, в общем-то, достаточно тонким ушком. Толстая нитка, тонкое ушко. И начинаю зашивать. Беру обе части юбки, которые мне нужно зашить. Вот середина клина. Складываю лицом к лицу. Убираю все лохмотья внутрь. Вниз, вниз, все вниз. И вспомогательную нитку тоже желательно загнуть вниз. Мы ее сейчас отрывать не будем. Будем сшивать прямо по ней. Для того, чтобы не распустить вязание. Так, нитка у меня с левой стороны, значит, начинаю шить справа. Первую петлю вдеваю сверху иголку, вставляю, вывожу ее из второй петли снизу вверх. Так, заодно все хвосты поотправить, чтобы не мешали. Подтянули. Сейчас мы пару раз стежков сделаем и подтянем все это, ничего не будет мешать. Иду на ту сторону. Вытягиваю, видите, мне затянулось. Несмотря на то, что все закрыто, все петли закрыты, вот так вот в процессе вязания возможно перетягивание нитей. Поэтому очень рекомендую закрывать все-таки вязание, даже если вы быстро будете пользоваться открытыми петлями. Вспомогательные нитки лучше закрывать. Они пытаются убежать, даже когда зафиксированы. Так, вытащили петлю. Вставляем в петлю первую сверху вниз. И снизу вверх выводим иглу из второй. Все лохмотья вниз. Они там, в общем-то, и будут сейчас оставаться, и больше нам мешать
нечему. Вот так чуть-чуть подтянуть, подтяните. Так, и поехали. Вставляем в ту петлю, из которой выходили с правой стороны. Выходим из второй петли. Очень полезный шов. Осваивать его надо обязательно. Любое горизонтальное вязание так сшивается, получается идеальное соединение. Сверху вниз с одной стороны, снизу вверх с другой стороны. Все. Видите, вот пошло наше соединение. Если вы пришьете какие-то нитки вдруг, ничего страшного, вспомогательные нитки особой ценности, как правило, не представляют. Поэтому не бойтесь соединить их таким вот швом. Ну, придется немножко порезать вспомогательную нитку, это не страшно. Так, ну и вот таким вот образом путем сшиваем до конца. Вот получается вот такое вот наше соединение. Абсолютно ровное, полноценный клин. До конца дошиваете. Вот наша юбка. Вот такая вот она получается. Шов, который не видно. Видно вот только по верхней планке, куда вставим резинку, поэтому внутри не зашито. Так, есть два варианта отделки, которые мы сейчас оба с вами и рассмотрим. Оба из них мы и рассмотрим. При одном варианте мы делаем обвязку, и вот эти уголки остаются висеть. Естественно, как я уже сказала, это акрил. При вязании нормальных вещичек вы берете легкий хлопок, вы берете легкий лен, ну, что-нибудь такое очень изящное, что будет струиться, хлопок с вискозой, вот такие струящиеся нитки, тогда у вас вот эти квадратики не будут торчать дыбом, а будут не спадать. И все вот это будет не спадать, и много-много вот таких вот интересных клинушков. То есть вот так вот это все и будет развиваться, когда вы будете ходить. Поэтому наша задача сделать обвязку по краям, закрыть эти открытые петли, здесь краешки, здесь, здесь. Тоненькой обвязочкой, самой незамысловатой, мы сейчас это сделаем. Это половина. А вторую половину мы сейчас сделаем вот такими клинями, которые будут торчать дыбом. Мы сделаем планочку, которая будет цепляться за кончики наших уголков, за клинья будут висеть в воздухе, за кончик уголка, за клин и висеть в воздухе и так далее. То есть они будут раздвигать наше вязание, не давать вот этим уголкам уезжать. То есть все будет закреплено. И за счет этого такое вот сильное-сильное ГАДЭ получится. На одной юбке делаю оба варианта. И вы выбираете тот, который вам более интересен. В принципе, на вот таком учебном материале вы можете посмотреть, сделать и так, как вам понравится. Начинаем мы с планок, раз уж юбка тут лежит, мы сейчас с вами и измерим расстояние между клином и уголком. Во-первых, клин. Так, я еще не закрывала петли. И не отпаривала, потому что это акрил, при отпаривании его можно испортить. Я постираю и разложу сушиться изделие после того, как оно будет уже полностью готово. Клин у меня 6 сантиметров. Значит, клин 6 сантиметров, записала. И между клином и уголком я сейчас выбираю, сколько мне делать сантиметров, потому что можно сделать вот так, оно будет не сильно оттопыриваться. Можно сделать, как оно лежит, оно тогда вообще встанет дыбом. Вот. Но такой вариант, наверное, я делать не буду, потому что это уже экстремально. Вот так совсем. Сделаем поспокойнее немножко, чтобы оно все-таки не сильно оттопыривалось, и между ними расстояние 9. Клин, угол 9 сантиметров. Сам угол занимает 1 сантиметр. Угол 1 сантиметр. Вот это 16 сантиметров у меня занимает клин и угол 1.
Но у меня здесь еще клин, еще угол. Между этим углом еще идет клин. Поэтому получается, что клин и угол целиком, это будет 16 плюс 9, 25 сантиметров. Это вот одна фаза, что называется, клин и полностью уголок. 25 сантиметров. Следующий клин и полностью уголок 25 сантиметров. Вы можете делать по отдельности. Вы можете сделать сколько натянете, потому что на самом деле натягивать сразу много не получится, даже если бы у нас не был зашит шов. Оно не растягивается вот так вот на такое количество. Поэтому зашивать можно частями. Частями. Часть тут, часть тут. Я сделаю пару клинев, насколько у меня хватит машинки. 25 сантиметров. Давайте все это пересчитаем сантиметры, чтобы точно знать, сколько петель у меня каждое из этого значения имеет. 2,5 сантиметра у меня в одном, 2,5 петли в одном сантиметре. Получается 2,5. Умножаем на 6. 15 петель. 9 умножить на 2,5 равно 22. Это 22 петли между клином и уголком. И уголок 2 петли. Все. Получается, что у меня... Так, еще раз проверю. 16 умножить на 2,5 равно 40 петель. Это только клин и уголок. Правильно ли я посчитала? 15 плюс 22 и плюс 2 равно 39. Ну, 39, 40 там у меня за счет десятых. Такая вот. Не стыковочка пошла. Так, получается, что я сейчас беру машину и сколько у меня хватает петель, надеваю 15, 22 и 2. Это одно. Отмечаю каждую из этого расстояния скотчем бумажным. Просто клею на машинку, чтобы не перепутать. Потому что моя задача сейчас будет надеть вот это все на иглы, набрать недостающее вязание. Я могу добирать прямо по вязанию, ничего страшного не будет. И вывязать точно по такому же принципу, как мы делали подгиб для резинки, нижнюю планку, только она будет тоненькой. Можно делать толстую, а можно делать тоненькую. Но учтите, что если ее делать совсем тонкую, она будет грубая. Поэтому вот буквально там вот такую тонюсенькую делать не стоит, она будет грубая, как веревка, совершенно не эластичная. Поэтому делаем такую нормальную планку. Берем машину. Поставила метки, надела вязание, вот как планировала. 15, 22, 2. 22, 15 и так далее. Вот насколько хватило растянуть вязание. В принципе, можно и вот эту часть растянуть, конечно, чтобы закончить. Да. Набираю обвивом прям по всем иглам, которые заняты, не заняты. Ну, такой. Сейчас делаю таким способом. И провязываю несколько рядов. Это первый вариант. Так, здесь моя задача просто соединить вязание. Как я уже сказала, расстояние может быть абсолютно любое. Можете делать чуть-чуть, можете делать много. Можете делать столько, сколько вам нравится. Это вот только ваша фантазия. Я сейчас набираю обвивом на всех иголках. Видите, на пустых, на занятых, неважно. Делаю набор и провязываю несколько рядов, не знаю. Надела по меткам вязание, клин, уголок, клин, уголок. Между ними свободное расстояние. Набрала обвивом на каждую иглу. И на те, на которых уже надето вязание, тоже. То есть обвивом я набрала на все иглы абсолютно без исключения, которые у меня были. То есть можно так делать, можно так не делать. Смотрите. И провяжу сейчас 12 рядов, потому что подгиб сделаю
Ну, 10 рядов, хорошо, провяжу 10 рядов, не буду очень широкие делать, потому что это, опять же, определяется только вашим желанием, что хотите. Хотите широкие, хотите узкие, все надо пробовать. Провязываю. Первый ряд может идти тяжеловато, но моя машина с этим справилась. Если ваша машина не справляется с таким достаточно сложным рядом, провязывайте вручную или не делайте обвив на повторно по провязанному полотну. И все, машинка моя молодец, она меня ни разу еще не подводила, она все провязывает. И вяжем дальше 10 рядов и делаю то же самое, что мы делали с вами на подгибе верхнем. Надеваю эти протяжки, здесь и так все понятно, а там, где у меня было вязание, протяжки на иголке, и закрываю оптом все вязание. Вот что у нас получается. Вот такой вот шнур, идущий между клиньями и уголками. Вот эти петли, которые у нас остаются, и части уголков можно обработать такой же планочкой, можно обметать просто, можно крючком, как угодно. Это уже ваша фантазия, потому что здесь я их просто зашью иголкой через край. Либо навешиваете на иголки и вот по такому же принципу делаете планочки. Тогда это будет смотреться вот так пожестче. Точно вот по такому принципу вот эти маленькие только планочки вы здесь вот делаете. Вот можно было заранее сделать планки, потому что когда вязание вот так вот растягивается, с ним проще работать. Делали планочку одну и после этого уже стягиваете вот это полотно так, как вам нужно. Ну, если вы хотите планочки, то их нужно делать заранее, до этого, вот этой обводки. Часть вторую мы сделаем обвязкой. И вот эти клинья будут торчать у нас во все стороны. После обвязки тоже можно их зафиксировать вот таким же шнуром. То есть сейчас мы делаем обвязку, а потом фиксируем шнуром. Это будет вторая часть. Ну, а третья часть у нас будет просто обвязка без шнура. Обвязку будем делать на трех иголках, просто стандартную, простую самую обвязочку, которую мы с вами уже не раз проходили на наших вязальных посиделках. Берем три иголки, трехугольный декер и начинаем вязать. Три иголки, начинаю, так, где у нас там, закончилась обвязка. Начинаю от нее. Вот иглы. Видите, петли, которые у меня на брусовую нитку. Беру и надеваю. Обвязку и... Так, нужно крючком. Если петли не хотят так надеваться, мы их крючком наденем. И тоже синей ниточкой делаю обвязку. Так, обвязку можно делать по 6, по 8 рядов, как удобно. Если по 6 будет плотненько, по 8 петелек побольше. И следующие 3 петли надеваем на эти же иглы. Поскольку здесь не отпарено ничего, иглы, петли пытаются загнуться, я буду их подбирать шильцем. И поехали вязать по всему полотну. В отличие от планок, обвязка может идти абсолютно любой длины, любые конфигурации обходить и смотреться как кружево. Провяжете больше рядов, будут петли. Провяжете меньше, будет плотная такая планочка вдоль всего вязания. Вот такая вот планочка у нас получается. Кстати, такой планочкой можно обработать и вот эти вот края. Собственно, вот так вот обвязкой я обвязываю все полотно. После этого снимаю все вспомогательные нити, потому что они не нужны уже становятся. Обрабатываю узлы, прячу все нитки и, собственно, можно нашу юбку выстирать и разложить сушиться.
надели 3 межузелковых протяжки, 6 рядов. Следующие 3 протяжки, 6 рядов. Надеваем изнанкой к себе, все как обычно, и провязываем такую вот обвязочку по всему периметру. Там, где у нас внешний уголок, обязательно провязываем не 6 рядов, а 8-10, для того, чтобы у меня обвязка легла свободно. Там, где у меня внутренний уголок, вот здесь вот, когда он идет вот так вот, провязываю не 6 рядов, а, например, 4, для того, чтобы вот это вот полотно не растягивалось. После того, как закончу обвязку по всему контуру, часть этих висящих хвостиков соединю между собой вот такой же протяжкой и посмотрим, чем это все отличается от вот такой конструкции. То есть вариации могут быть абсолютно любые. Вот таким способом соединяете, вот такую вот обвязку обвязываетесь, у вас вот такая вот красота получается. Самое главное, что совершенно необычно и не избито. Ну и само собой рекомендация вязать из легких, летящих, струящихся ниточек. Тогда эта юбка будет безукоризненно смотреться, безупречно. Тогда эта юбка будет смотреться просто безупречно.